Друзья, привет! Я нахожусь в лесу. Сегодня прекрасный день, солнечная погода, тепло. Хочу вам показать всю красоту нашего леса. А также демонстрирую вам новые функции в Galaxy S10 Plus. Пришли обновления для камеры, и сейчас вот можно такие производить видеосъемки. Вот это, на мой взгляд, самая крутая. Объект цветной в фокусе, а фон весь размытый и черно-белый. Классно выглядит. Осенний лес, он прекрасен. Я нахожусь сейчас у местного родничка, родник, чистейшая вода, сейчас я вам его покажу. А вот его наш родничок. Сюда постоянно приходит народ за водой. В крещение сюда приходит очень много народу, местные жители. И набирают воду из этого родника. Очередь стоит прямо вот туда, вверх на гору. И это происходит глубокой ночью, прямо вот здесь, в лесу. Ну а сейчас покажу вам просто наш лес. Вот такие вот вековые ели. Рябина растет. Ствол очень гигантский. Сейчас я вам покажу его размер относительно моей ладони. Гигантское дерево. В лесу тишина, все замерло. Новые молодые елочки растут. О, какая красавица. А вот еще меньше. Декоративная елочка такая. Буреломы, завалы лесные. Смола. Красиво. О, как она застыла. Сталактиты и сталагмиты из смолы. Красота, буйство природы. Рябина опадает на мелкие елочки, молодые. А вот и сама рябина. Уже пожухла, облетела, но зато есть чем питаться зимой птицам.
корм для птиц на зиму есть. Рябины много в этом году выросло. Хорошо, как в лесу. Тихо, спокойно. Листопад. Играет Кирюша. Ух, у тебя цветочек, да? Ух ты, какой цветочек у Кирюши. Ай, мой хороший. Все. Папа, все. Все? Домой хочешь? Да. Да. Ты мой хороший. Кто такой тут сладкий? Кирочка. Костом Кирюша. Только Кира. Вот он. Красавица рябина. Кирюша попробовал, говорит, что вкусно. Понравилась ему рябинка. Сочные алые гроздья. Особенно красиво смотрится, когда это на фоне елки. Осень, дожди, грязь, неизбежные атрибуты осени. Проведу вас через дебри. И снова грязь. Но в ней своя изюминка. В этой всей грязь. Наша уральская грязь, чистая, экологически, экологичная, чистая грязь. Сколько смолы натекло.
Слепота, красота. Нравятся мне наши леса. Люблю гулять по ним. Ромашки расцвели. Посмотри. Расцвели ромашки. Друзья, смотрите, сколько шишек на вершине. Вся ель в шишках. Я простыл. Голос прямо слышно простуженный. Ну и все. Вот мы и выходим из леса. Получилась чудесная прогулка. Очень хорошо. Надышались свежим, чистым, ароматным лесным воздухом. Все, друзья, всем пока. На этом заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии, кому что интересно. Задавайте вопросы, спрашивайте, говорите, что еще вам заснять. Сниму для вас. Все, всем пока, до свидания.